Библиотека имя Лермонтова Санкт-Петербурга до своего 80-годия вырашила створить ассоциацию библиотек, якія носить имя этого выдатного поэта. Оказалось, Могилёв один у Беларуси город, где есть библиотека имя Лермонтова. Приехали у гостя с великим подарунком, репринтом книги иллюстраций придворного мастака Михаила Зичи до романа «Княжна Мэры». В свое время художник Михаил Александрович Зичи создал эту серию для полного собрания сочинений Лермонтова. В 1891 году он издал это издание отдельной книгой, небольшим тиражом, и к середине 20 века это превратилось в серьезную библиографическую редкость. И об этой книге, и, к сожалению, о прекрасном художнике Михаиле Зичи уже мало кто в наше время помнит. Довольно редкое выдание у Санкт-Петербургу передруковали. С 55 экземпляров первые привезли у Могилёв. Миновито с белорусского города представники культурной столицы России начали наведывать библиотеки имя Лермонтова. Мы таким образом отмечаем юбилей нашей библиотеки и делаем подарки нашим друзьям. У нас не так много в нашей стране и за рубежом библиотек, носящих имя Лермонтова. Их около 20. Но я думаю, что вам приятно знать, что у вас в Беларуси экземпляр номер один. Это самое яркое событие в этом году в жизни не только нашей библиотечной системы, но и всего города. Потому что не так часто из Санкт-Петербурга привозят репринтные такие издания. Так уж случилось, что в Беларуси оказалась всего одна библиотека, носящая имя Лермонтова. И, конечно, Санкт-Петербург ухватился за эту идею и предложил договор о намерениях, о том, чтобы мы дружили. Еще сярод подарунков розная сувенирная продукция и полный сбор выданий лермонтовские читания, что проходит у Санкт-Петербурга. Могилевская библиотека теперь володая уникальными экземплярами для вывучения творчества Лермонтова. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, новини региона.